И в продолжение темы о транспортном коллапсе. Как оказалось, большинство водителей не были готовы к резкому наступлению зимы. Ведь, несмотря на прогнозы синоптиков, автолюбители не успели поменять летнюю резину на зимнюю, чем создали проблемы на дороге и увеличили статистику ДТП. Большегрузам нелегко. Сегодня с самого утра движение в гору по улице Ленина было затруднено. Из-за образовавшейся на дороге снежной каши водитель грузовика решил не рисковать и вернуться на гору задним ходом, создав помеху на полчаса. Тут машина встала, а газель вылезла. Мы давай тормозить нас. Понесло он задним ходом, задели. Она тут прям посередине проезжала. Аналогичные зимние проблемы и у владельцев легковых авто, особенно тех, кто не поменял летнюю резину на зимнюю. Из-за обильного снегопада и невычищенных дорог в разных частях города произошли дорожно-транспортные происшествия. На 17 часов сегодняшнего дня полицейские зафиксировали 19 ДТП на дорогах Кунгура и района. Уважаемые автовладельцы, от лица ГИБДД прошу воздержаться сегодня от поездок и 9 числа, так как на обслуживаемую территорию у нас объявлено штормовое предупреждение, сильный снег и ветер. Общественному транспорту тоже нелегко. В горе по Гоголя развернуло пассажирский автобус, пострадавших нет. Но водителям пришлось объезжать проблемный участок дороги, из-за чего также не обошлось без пробок. Как сообщает центральная диспетчерская служба, этим утром на маршрут вышли все автобусы. Однако из-за погодных условий к обеду отставание от графика составляло 20 минут, а после 14 часов отставание увеличилось до 40 минут. Коммунальные службы во главе с подрядными организациями индивидуальных предпринимателей Мазунина и Зырянова перешли на зимнее содержание дорог. С раннего утра на улице города выехало около десятка машин подсыпать проезжую часть противогололедной смесью. Очищать дороги от снега сегодня будут и в ночное время. Татьяна Андреева, Вячеслав Алексеев, Алексей Долгоруков, Галина Крикливцева, телекомпания «Кунгур».